сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Сегодня пятый заключительный день золотой конференции «Орифлейм» на Мальте. В этом историческом месте с грандиозным видом 100 лучших лидеров компании «Орифлейм» начинают вечер с приветственного коктейля. Расскажите, почему вы сегодня такая особенно красивая? Ну, во-первых, сегодня особенный день. Гала-ужин, компания «Орифлейм». Опишите, пожалуйста, стиль, в котором вы сегодня одеты. Ну, такой вечерний, гламурный, наверное. Ну, вообще, сегодня праздник, и настроение праздничное, поэтому и стиль праздничный. Очень удачные перчаточки мне компания подарила, как по заказу. Делитесь впечатлениями о конференции. Мы полный восторг. Это настоящая светская вечеринка, на которой мы уже бываем каждый год. Что вот компания «Орифлейм» дает женщинам возможность нарядиться. Конечно. А какая женщина чувствует себя женщиной без наряда, без макияжа, когда ты чувствуешь себя королевой? Похоже, вечеринка набирает обороты. И гости уже готовы танцевать. Ой, я полностью выложился на сцене, и это здорово. Ты знаешь, что «Орифлейм» — это шведская компания? Да, знаю. И это для тебя что-нибудь значит? Очень многое. Знаете, я же ведь мальтиец, но свою вторую половину я встретил в Швеции. Кто как работает, тот так и отдыхает. «Орифлейм» оправдывает эту фразу сполна. Увидимся в Лиссабоне.